сейчас эти все функции покажу. Ну-ка давай, с первой функции. Смотри, можно ее вот так вот влево, короче, наклонить, вправо наклонить, туда, вперед. И сейчас три, что можешь делать, на определенной подвеске прыгать. Ну что, прикольно они сделали. О, ты что сломал? А! Да, это даже часто скребется в землю. Ты неончик сломал. Передний. Ну да, вот у него, например, передний неон сломался. Я сейчас треснулся, короче, в пузо на неон. Ну-ка, да, понял. Куда ты отъезжаешь? Это рядом. Ну-ка, интересно, перевернулся, можно? Я просто понял, в Сан-Андреаске переворачивался. Я тоже на основании, вот это было часто. Ох ты, это кто? Это я. А вот эту машину можно затюнить? Да, я. Да мне 300 тысяч надо, я пошел продавать по этим машинам. Да, ладно, садись. Так, значит. Короче, сейчас садишься. Покажется. Саня зашел, посмотри, Саня зашел. Зажимаю сейчас X. Сейчас. Саня, смотри, короче, какая тачка. Я, кстати, ее тоже буду покупать. Смотри, зажми сейчас. Подожди, стоп, блин. Так. Теперь я смотри, еще раз зажми X. Ух ты, блин. Саня, ты что творишь? Ну давай, ну еще. Нет, смотри, как полностью прыгать. Смотри, стой. Отпусти X. Сейчас встань. Нажми один раз на X, чтобы затачка села. Еще раз зажми X, чтобы она стала. Все, отпусти X. Блин, не так. А, вот, все, она нужна, чтобы сидела. Сейчас зажми X. Ну вот, еще раз зажал. Вот, зажми X и отпускай. Вот у тебя тачка должна стоять. Вот, ты сейчас тоже прыгай. Вот. Ну все, сейчас это... Ставь. Так, подожди-ка. Стой, ну-ка, я хочу ее... Ах ты тварь! Ну-ка подожди, тут тварь, стой! Стой, тварь! А ну-ка стой! Отойди! Смотри в салон, от первого лица, чтобы смотреть. Ну-ка... Салон же можно качать, смотри, какие его там. О, подожди, стоп. Там отдельно, короче, эту можно ставить. Ну не знаю, красиво. О, черепушки, черепушки. Вот эту вот черепушку отдельно можно ставить, всё отдельно. Нужно заказать этот... денежек чуть-чуть. Да не, подожди, ну-ка. Теперь. Что творишь? Так. Нет. Подожди. Я еще. Да, так. Нет, нужно, чтобы она сначала стояла, зажимаешь X и отпускаешь. Так, теперь. А. Стоп. Ну-ка давай ее перевернем. Или ее переворачивать, что-то она не хочет перевернуть. Мне показалось, или физика машин чуть повысилась. Подожди. Подняться, что видишь? Нет. Ну а раскраска у тебя ужасная. Когда резко газуешь, то есть она. Ну раскраска не знаю, мне не нравится раскраска, она какая-то колодская. Да, я ж забыл, ты школьник. Подожди, ну-ка. Подожди-ка. Ну-ка, давай как армяне сделаем. Свой. А, типа это. Этот перед, да, перед больше сейчас сделать. Смотри, тебе нужно нумпад 5. Нумпад 5 нужно. 5. О, все. Мы армяне, все. Нумпад 8 это вперед, ну. Ой, что-то мы не то сделали. Нажми их, чтобы она села. Так. Все. Значит, нажимаешь их, чтобы встала тачка. И все. Тут печально, блин, не добавили такие колпаки, знаешь, вот, любят такие диски, колпаки ставить на машины. Ай! Когда машина стоит, колпаки продолжают двигаться. А, ну, это как... Это спиннеры называются. Да, спиннеры. Ну, не знаю, это как-то ж по школу лодки, что ли, теперь уж. Сейчас мода изменилась-то. А чё ты тонировку не добавил? Тонировку? Ну чё? Скоро. О, как она шкребёт. Это же свистит. Дай подольница. Мамы нету еще дома. Пока мамы нет дома. Ну... Подожди, ну-ка, а если... Обалдеть, она шкребется. А можно еще ниже? Куда ниже? Чтобы она вообще там... Это просто возможно.
Так, подожди, нет, значит. Ну вот заказной вуду у меня 420. Так. 35, вот. У меня уже 370. Так, теперь поехали на задание, я думаю. Так. Ну-ка нет, поставь меточку, пожалуйста. Дайте мне еще одну машину продам, пожалуйста. Ну давай, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потом продашь что-то. Не-не-не, я просто хочу еще прокачать. Ну ладно, после месяца прокачаю, но я сейчас продам, окей? Так, подожди, ну, значит на Ламары и в ЛД, которые вот желтыми, туда ехать, да? Не-не-не-не, вот. Поставь просто метку и все. Развернись. Метку поставь. Ну она по двигателю вот. Она так себе. Давай. Направо. Да ладно, пацаны, все, приглашайте меня, я против готов. Еще? Ну и правильно, я же говорю, на ЛД какой-то желтый. Ну подожди, в дрифт. О, нет, дрифт не получился. А, дрифт же легкий. Ну на ней не получился. Я сегодня веду, потому что, короче, это BMW M3 в городе, короче, у нас это бамперы с ней сняли. Посадили там, знаете, вот как бы вот прям это, колеса прям стоят такие под углом, да? Развал называется. Мы тебя ждем тут, типа. А, ну развал и чё? Мы ждем, мы тут миссия Хастуи. Ну, а. Сейчас. Я Хастуи, пока прибуду тут. Да, Хастуи, пригласишь всех из этой... Да, всех из сессии, короче, пригласишь. Обалдеть, у меня глаза страшные. Вау. Да, красиво. А, кстати, тут же можно как-то теперь капот открыть. Это в настройках. На букву М, на букву М, наверное. Так, Рон, скажешь, как это? Да, я... Вам придет приглашение. Короче, если ты зовешь Александра, Ореш Александра, это я. Если ты зовешь Санька, это другой Санек. А, я понял. Так он что-то молчит, Санек. Да, у него тихий микрофон, но так-то он тут. Да, Санек? Ну, его слышно. Он короче, это, короче, мой брат. Я просто не люблю. Да. А ты знал, если мало говорить, Сань, то левое полушарие мозга отмирает. И ты становишься шизофреником. Если ты знаешь, я реально, Сань, если говорю, если мало говоришь с людьми... Если вот, например, нет, Сань, если вот прямо у тебя будет дефицит разговора, тогда прямо с ним становится. Да, ну... Я люблю базарить, я постоянно в школе базарю. Я тоже. Вот по скайпу, если, например, 3-4 человека, в основном 4, то я, ну, много не говорю. А если вот, например, только Саньком, то я, конечно... Ты его не заткнуть. Он просто, он мне рассказывает всю свою жизнь. От начала до конца, каждый раз. Зато весело. Я уже лучше жизнь. Так, тут... Надеюсь, он не будет нам сегодня рассказывать ничего. Подожди, так, тут ты впервые поцеловался, тут тебя подняли, так, тут... Так... Так, мне нужно GTA чуть-чуть по звуку понизить. Мы постоянно как шли гулять, он где-нибудь да посрёт. Да, я помню, это рассказывал. В итоге мы пошли гулять в садике. В итоге я за забором рву его пухи, и он наверное там быстрее. О, какая-то песня играет. Как вы там что-то позабрать, гуляли, так, подожди, я мне нужно... Секунду, ребят. Насрал, знаешь, здесь... Подождите, ребят, молчите, просто молчите сейчас, секунду. На жунтуке, что ли? Так, значит, один уже вошел. Так, сложно. Ну, вроде бы, все так. Подтвердить это... настройки, пригласить всех из данной сессии. Подождите, а тут какой-то в RQQ зашел. Это нет, это его. Так, а какого выгнать? Стоямба. Я пришел, я подожди, тут какой-то как человека выгнать, блин, я что-то забыл. О.
Так, подожди, информация игрок. Так, подожди, значит. Посмотрите информацию об игроках. Вот, все. Как его тут теперь выгнать? Информацию об игроках. В Рекью, как его тут выгнать, блин. Показать. Что еще раз? Где кнопка Крабс? А, вот. Крабс. Так, подожди. А вот что-то не могу выгнать. Лол. Гоу. Подожди. Что-то я его... Блин! А, господи. Приглашение пользователя. Подбор... Подбор игроков закрыты. Ну как он тут вообще появился? Да блин, тебе так трудно не кликнуть, что ли? Ну я подожди. Так, подожди, еще раз, извиняюсь. За то, что туплю. Информация об игроках. Информация об игроках. Вот. Ваш. По нему энтер. А, вот, все, выгнать. Все. Еще раз клацаешь по данной сессии. Так, значит. По данной сессии. А. Лол, стоп, секунд. А. Сейчас. Подожди, 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 еще раз. А, вот же пригласите игроков чуть-чуть. Мои друзья. Друзья играющие в GTA 5. О, все. Меня убивают. Да, сам. Все. Нет игроков в этой сессии. Никого. Ну, что-то он меня тупит. Да, подожди, подожди, я вылетел из вашей сессии. Блин, заходи. Я как решаюсь, у меня мудлок против убил. Всех из данной сессии, вот все. Да подожди, я нахожу. Ой, подожди. Айзил. Все. Айзеркил. Или. А. Братан, сорян. Сложно, сложно, стоит. Сложно стоит. Слишком сложно. Да харе это карать, ребят, ну ё-моё, будьте адекватными. Глеб, как будем одеты? Давай вот так вот. Серьезно? Давай вот так вот. Эй, ребят, одеваемся как-то одинаково, чтобы там. Все, оделись, все, мы можем. Мы с Глебом как два брата акробата. Братья по бульнику. Че-то какой-то ты белый, я какой-то смуглый, что ли. А я латинец вообще какой-то. Капец, тебя бы... У вас одинаковые брови, одинаковые брови, одинаковые стрижки. Только у Глеба цена написана. Он еще продается, он просто еще продается. Меня купили, а он еще продается. Это впервые, когда черный, когда черный не продается, а белый продается. Миша Ломарко, но уже продали. Я ведь... Вот это тачки. Отличное обновление, кажется. Так, Глеб, я веду, если что. Вау. У них круче тачка, мне кажется. Буконер, да, буконер очень классный. По идее же еще новую одежду добавили, по сути. Да. Нам какую-то хрень дали, а им гангстерскую тачку такую обалденную. Нам дали жизнь, а вам... Эй, без мата. Стоп мат, плиз. Стоп мат, плиз. А, ну короче, цензура, да? Короче, на каждом рисунке писать, короче, видос. Ой, мне лень.
А нет, хотя знаешь, у нас тоже крутая, чё я? Сейчас попробую крышу откинуть. Сейчас. Так, на, вроде на H. Да. Не-не-не-не. Не хочет. Мы будем медленно ехать, давай как Бэпан. Не опущено, а занижено, что-то типа этого. Свидуа обездвижено. Как же там поется, подожди. Я вроде помню эту песню. Ладно. О, подожди, еще от первого лица. Так, у нас ничего не сломали там, окна, ничего. Остановимся на красный, остановимся на красный. А, блин, уже выстрелы слышу идут. Ладно, похрен. Обалденный диски мне нравятся. Что? Может быть, смс-ка просто ВКонтакте пришла, чувак? Это мой недодрифт, чувак, успокойся. Я думал, ты уже что-то скажешь мне. Тихо! Блин. А, подожди, а у нас прыгает, интересно? А, у нас прыгает. Как армяне будем ехать? Ты чё, окно разбил? Вроде же армяне только этот перед поднимают. Да, блин. Дагестанцы, армяне. Чё ты различаешь, у нас одноклассница из Таджикистана, я над ней угора. Она, короче, орёт. Я, да, это, выучусь после 11, после 11 класса, типа, поеду на уроки. Я такой, куда? Так. Я, знаешь, таким удивлённым лицом, а где ты там учиться будешь? Она такая, ты думаешь, там городов, что ли, нет? Я сказал, идут, я говорю, я думал... А вы... Я говорю, а вы с Таджикистана сама. Я говорю, я думал, вы там в юртах живете, городов там нет, у вас там племена просто. Она такая, нет, неправильно. О, подожди. Она согласится, любит корейцев. С Украины. О! Нормальный микрофон, чувака. Гаси всех, чё ты? Ты где? Отдыхает он, блин. Последнего, с той собакой. Это наш район. Ну да. Кстати, обалденно то, что я могу перед поднять так кататься. Мне прикалывают. Вот сейчас этой машине как раз таки идет, что у нее перед поднят. А в России то, что четырки, там всякие семерки вот поднят, это некрасиво. Нет. Ром, ты понимаешь, ты сравнил говно и просто... Не, почему они Волгу не добавить в эту игру? Волга это вообще бомба будет. Потому что это Лос-Анс, мэн. Чувак, нам надо машину. Секунду, ребят. Секунду, ребят. Когда поднимаешь зад, машина похожа на драксер. Ты чё зад поднял, эл? Мне нравится. Перед подними. О, все, теперь. Да, посрать. Ну заблудился, так заблудился, красавчик. Он заблудился в городе, серьезно. Да, он заблудился, этот дебил в городе. В родном городе. А ну-ка, опустись. В районе заблудился. Че у тебя она такая. А ты можешь другую сторону поднимешь, че я как. А, не, Глеб, тебе нужно бороться с лишним весом. Пацаны, я что-то такая ехал, прибавил парень того. О. Аж машина села. Че, гонки? Давай. Подрежь его. На! А, он вырулил. Так, вы куда? Не повернули, почему вы не повернули? Ух ты, блин, ты чё творишь, Глеб? Я ему только нацелился убить, да? Да, Глеб! Может, мы их убивать будем или как? Обалдеть, сколько там машин, вот почему их нельзя все попродавать? На! Господи, минус одна проданная машина из-за Глеба.
чувак какая. А, то есть теперь машины тут продаются. Ух ты! Они по нам даже не стреляют, лол. Они как фиги вообще, вообще дандерны. Да, Глеб, может ты будешь кататься или давай я лучше сяду за руль. Тихо, братья, сиди. Пошел вон из руля, с руля. Давай, давай, садись. Давай, давай, давай. Потом откроем багажники, нам как бы задание надо выполнить. Тут дистанционное управление можно ставить. Что, Наташку? Да, ты можешь гидравликом управлять, пока не в машине. Ну это у всех так можно как бы. Ну по идее в жизни так, точно так же. У них такой маленький пульт у них такой, эй, иди. Ну да, там же есть соревнования даже по этой фигне. То что там. Там залетай налево, блин. И я отсюда. Ты можешь будешь стрелять, Глеб? Ну как-нибудь. Ну только не с пистолета, у тебя как бы. У них брони никакой, Глеб. Чувак, он урон у нас больше не будет. Он стреляет как ПП. Ну ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Так, кто-то погиб или что? Что, синдикейт уже вышел? Да. А, никто не погибал. Смотри, когда ты ставишь сложное, не дает погибнуть. Ну, у нас, кажется, сейчас нормально пройдем игру, чё? Ой, точнее, миссию. А всё уже прошли? Не-не-не, сколько же нам дадут, интересно? 20 тысяч. А за то, что первый раз проходишь. Давай, давай, в дрифт, дрифт. Он. Блин, что-то не хочет он. Что-то он вообще в дрифт не идет никак. На буханье дрифтует. И на фуре. На тебе, блин. Все нормально, мы тут. Мы подъехали. Он только до него допетрило. Не, я знал просто. Я не ожидал. Я сказал до этого. Мне пришла смс-ка. Каждое на слово будет стиком брать. Ну, кстати, добавили же еще можно 4-й апартамент заводить. Да. Несколько новых хатных у какого-нибудь добавили. О, Глеб, твоя татуюшка. А почему с меня не снялась эта как кепка? Ну, она не скоро снялась. Уже снялась, само собой. А, нет, но у меня есть кепка. А получается, смотри, а на моем есть, на твоем нет. Что за глюки? У вас есть у меня шапочка? У меня шапочка есть? Нет. Нету. А у меня есть на моем не правильно. У каждого по-своему. Что это за чипика? Дай их уже там. Обалдеть, 4000 опыта дало, нормально. Я чё, 31 уровень я? Лол. А я забыл. Я думал, кто ты до 25-й, я там. 300 или 400 тысяч. А это что за девочка? Ой, пацан, извини. Не, ну давайте все-таки вторую пройдем, что там, все равно какая-никакая копеечка, ну, нужно посмотреть, что за миссия, интересно же. Довольно сложно, там такая фигня, то что ты берешь машины две, и если тебя полиция увидит просто в. Ну, увидеть просто, то все, миссия там. Окей, добавлю, добавлю. Так, у меня вообще загрузка идет сейчас. О, я курю. Ну-ка. Так. Глебос, ты где?
Дудос, Глебос, ты где? Во-во-во, полегче тут крутится. Вот у него крутится, чем у тебя. Ну-ка дай-ка машину на секунду, чувак. Сейчас я поставлю, чтобы ты мог. Да-да, все равно мы в одной сессии. А что ты ее не занизил? Так. У меня... Я 19 уровень, меня прорисовал. И сильно. Ну-ка. Господи, какой же ты идиот. Да он же баклан, если не давно рассказывал. Я знаю, надо, блин, потеряться. Господи, он дебил. Просто вообще... Ух ты! Это кто еще? Глеб, как... Оба... О, это крутится, вот, а твоя не сильно. Бедный чувак. Пинай его потихонечку. Эм, пласт, тихо. Раз уж пошел снег, пойду-ка я за Лондар. Так, подожди, я сейчас, значит, машину куплю какую-нибудь, затюнем. Так, значит, нас... Ой, подожди, а где интернет? А, вот, интернет, вот он. Значит, и нет. Деньги, услуги. Ой, какие деньги услуги. Так, а вот. Тачки. Ассортимент. Так, что тут есть? Какую же затюнить? Ну... Я, короче, тебе мини-мини. Подожди, стоп. А какой ты перу говорил? Вуду. Вуду? Вуду. Это моя. Ну, не знаю, она какая-то у тебя санненькая, что ли. Не, ну, если, если ты потратишь на нее 420 тысяч, то она у тебя станет жарчиной. И откроется вот эта вся гидравлика. Гидравлика, кстати, сразу будет стоять. Так, ну-ка, подожди. Я знаю все-таки какую. Возьму я этот. А, чина. Вапит чина, вот, вот эту хочу попробовать взять. Кажется, типа изломлен, к читерам попал. Ну да, нужно читеров сейчас искать нужно. Так. Сейчас уже их не осталось. 255 тысяч, ничего себе. Вулу? Нет. Чина. Чина. Моему телу ничего нужна аптечка. А, хотя стоям бы. Я возьму себе вот эту. Ребят, будем вместе сейчас кататься. Сейчас. Нет, я в мини-вентик. Я, короче, на пригорке прыгнул, я так улетел. Так, возвращаю машину. Да, все понятно. Да, вот сейчас у меня... О, 400 с чем-то рублей. Я колеса в развал. Так. До дома, окей, довези меня до дома, чувак, значит. Так, я поставлю метку. Так, где мой домик там? Мне просто лень вызывать этого механика. Все, поехали. Так. Какую? Сейчас мы пока что я хочу. Не, короче, ребят, все сейчас у кого затюненные машины, встречаемся возле тюнинга. Окей, окей, только закиньте меня, пожалуйста. О, спортивный верт улыбается. Спортивный верт? Длинные рубашки добавили. А. Как у баскетболистов, что ли? В общем, вот 350 тысяч на ваших экранах. Это еще не полный тюнинг. Тут вот сабвуферы. Можно поставить тут сколько? 33 тысячи. Колеса я не смотрел, они сами поставились с тюнингом. Стекла мне пока что нельзя затонировать полностью, но это по уровню дается. А что тут еще? Номерные знаки. А, тут вот добавили держатель для знака. Вот такие тут разные. А, заказной номер. Заказные номера добавили.
раскраски добавили разные, только они дороговато что-то. Очень сильно. Так, что тут? Фары. Также остается салон. Всякие новые обшивки. Тоже тут дороговато все будет стоить. Гидравлика. Сколько тут она стоит? 250 тысяч. Вот как это все выглядит. В багажнике все. Так, ну и больше пока что ничего. То есть полный тюнинг стоит приличных денег. У меня их пока что нету. Мне такого хватит. Lil bitch, yeah that's you. Heard you got hooked up a little bit of fame. Well, kid, I got some bad news. You fly like a plane, I'll crash you. Run your motor mouth, bitch, I'll smack you. I go ape shit on your wax jewels. Throw my shit back on my chest like a baboon. What you want, a black Jew that rap sings and acts too? Fuck that gay shit, pass through. And y'all facts bigger than statues. School here, this my classroom. With your mixtape shit in the bathroom. Fuck y'all and y'all values. Check a block, I pop a volume. Bad news, Illuminati. Ratchets here to pollute your mind frame. So lose your psychic. Who can I say? Every day talking to the music I make. We're losing, I think. You can count me. Suck my dick till shoes inside me. Or a broken fight me. Coming out your bitch with my fresh rare case. You can bite my Nikes. You better than me, bitch. That's unlikely.